Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами находимся в экотехнопарке SkyWay. У нас здесь очень важная делегация. В гостях у нас заместитель губернатора Наманганской области Узбекистана, член правительственной делегации Аюбхон Камалов. Здравствуйте, Аюбхон. Добрый день. Расскажите, каким ветром вас занесло в экотехнопарк, во-первых? То, что вы здесь уже в составе правительственной делегации вместе с президентом Узбекистана, понятно. Что вас интересует в Мариной Горке? Вы знаете, у нас есть частные инвесторы, кто вкладывался вот в это дело, в этот проект. И они просто заинтересовали меня. Я решил воочию посмотреть, что же это такое. Потому что все-таки частные инвестиции – это частные, а вот с точки зрения государственной поддержки этих инвестиций, вот я сам решил убедиться, посмотреть. Вот приехал, посмотрел сегодня. Вы знаете, замечательный просто. Ну, если можно сказать, как в сказку попал. Если вернуться там, скажем, в детство, то это действительно сказка, это волшебство. Вот. Но это новые технологии, действительно, будущее именно за этими технологиями. Это все экологично. Мы посмотрели вот сейчас… Не только сам вид транспорта, но и всю окружающую его структуру. Вот. Конечно, это экологически. Все вот здесь вот за нами, значит, сады мы посмотрели, экодомики посмотрели, апидомик посмотрели, как это что. Я думаю, это просто действительно прекрасная инфраструктура, прекрасная. Я, в общем, не пожалел, что я пришел в этот экопарк. Для меня это было очень много открытий. Спасибо большое. Насколько я понимаю, речь идет о проекте достаточно большом, там, по-моему, даже о 1000 или 1000 километров идет, и высокоскоростного SkyWay, не ошибаюсь я? Да, абсолютно правильно. И мы то, что мне сейчас показали, предложили, это значит, если этот проект будет осуществляться у нас, это значит, часть его будет проходить именно в городской среде, а часть будет, видимо, загородная. И мы сейчас заинтересованы, я вот сейчас зрительно посмотрел, ну, будем, наверное, теперь прорабатывать этот вопрос уже детально. То есть все-таки надежда есть, что частная инициатива получит поддержку государства? Я надеюсь, что да. Конечно, есть. Спасибо большое. Не буду отнимать время у такого занятого человека. Может быть, вы хотите что-то пожелать нашим партнерам, тем людям, которые поддерживают проект SkyWay? Знаете, я просто хотел бы пожелать удачи, потому что идеи, которые я сегодня посмотрел, они довольно-таки, ну, если можно так сказать, они для начала, наверное, это была фантастика. А вот то, что мы видим, уже в реалии превращается, я думаю, что только пожелать удачи, и чтобы данный проект распространялся, как мне сказали, уже он есть в Дубае, в Шарже и так далее, я думаю, что этот проект должен быть везде. Потому что это экологично, это практично. Ну и в конце концов, я думаю, для всего человечества это сейчас конечная цель, чтобы все это было экологично чисто. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и даже встреча на самом высшем уровне для вас будет без галстука. Строй SkyWay, спасай планету!